Здравствуйте, товарищи. Спасибо. Спасибо, садитесь. Сегодня мы последний день проводим лекции по курсу «Социальная философия». Вот, я рад вас приветствовать в Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета. Особенно это приятно в связи с тем, что, как вы знаете, исторический факультет родился раньше, чем философский, что видно, если вы подниметесь вот здесь рядом со второго этажа выше, там стоит соответствующая доска, может быть, некоторые не видели, а вот здесь у нас именно и написано в Институте философии, что мы родились из исторического факультета, и исторический факультет является нашей мамой. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что понятие университета означает, что люди, так сказать, общаются между собой, представители самых разных отраслей знаний. Тем не менее, вы знаете, что на третьем этаже имеется дверь, которая все время закрыта, и которая не позволяет нам близко общаться. Если вы будете просить свое руководство, а мы свое, может быть, ее тоже откроют. А несколько лет назад между историческим и философским стояли не просто двери, а стояли железные решетки. Не помните? Стальные такие решетки, что вот если кто-то будет пробиваться к философии, его не пустят из историков. А если философы к историкам будут пробиваться, идите через первый этаж. А я хочу вам сказать, что когда я был студентом, мы ходили слушать лекции в актовый зал университета. Читал эти лекции «16 элементов диалектики» у Ленина, ректор университета, академик Александров Александр Данилович. И надо сказать, что лекции были замечательные. Народ не только сидел, но и стоял, потому что все места были заняты. И приходили люди с самых разных факультетов. Ну, разумеется, было время, когда, естественно, с набережной можно было зайти в университет. Хотя историки, наверное, не знают той истории, что однажды некоторые люди зашли во флигель из ФАКа и потребовали открыть сейфы и взяли 500 дипломов. С оружием вошли, чтобы потом поставить в них печати. Сейчас печать без вопросов изготавливается очень легко, по образцу. И, соответственно, много, наверное, у нас на бывших просторах Советского Союза выпускников университета, которые ни дня не учились. Ну и, так сказать, они на разных факультетах. Поэтому, когда вот тут недавно собирали ассоциацию выпускников, строжайшую проверку от меня, например, потребовали, чтобы я прислал копию диплома 1968 года, что на самом деле он у меня есть. Но он у меня есть, и я прислал копию. Вот я хочу сказать, что если бы не академик Александров со своей диалектикой, может быть, у нас таких и лекций бы не было, поскольку я по образованию математик, кончил математико-механический факультет, и вот однажды, ну, прослышал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Это я прочитал у Ленина в 29-м томе полного собрания сочинений. Вот я и прихожу, а ректор наш читал лекции на Матмехе, 10-й линии, дом 33. Насколько я понимаю, вот ваши товарищи-туристы, это отделение, они там сейчас учатся, и по понедельникам приходят слушать лекции по философии сюда. Вот я подхожу к 188-й аудитории, она такая наклонная, вот как лектория, только меньше. Но наклон гораздо больше. И спрашиваю академика Александрова, говорю: «Александр Данилович». А он, так сказать, в перерывах тут не было всяких, тут кафедр никаких, там ни одной кафедры не было на Матмехе. Была одна маленькая преподавательская, но преподаватели между лекциями, так сказать, ходили, и мы спокойно у них все спрашивали, они на все отвечали. Это была очень хорошая привычка спрашивать у преподавателя, чем мне ответить-то. Кстати, кто-нибудь, кто у меня спрашивал, я же никого не прогонял, правда? И вот я спрашиваю: «Александр Данилович». А у него такая здоровая борода, такой грозный вид. Он говорит: «Александр Данилович, а вот как изучать диалектику по конспекту науки и логики Гегеля Ленина?» Он говорит: «Почему по конспекту? Гегеля надо читать!» Как рявкнет на меня, и я пошел читать Гегеля с того времени. И вот до сих пор изучаю, и кружок соответствующий веду, и защитил докторскую степень по философии на философском факультете, хотя не учился ни одного дня на философском.
и не был в аспирантуре, и не в докторантуре философского факультета. И вообще я работал на экономическом факультете, кандидат экономических наук, но доктор философских, а поскольку работал на кафедре экономики и права, и звание там получил профессор по кафедре экономики и права. И все спасибо товарищу Гегелю Георгию и Вильгельму Фридриху. Поэтому тот, кто скажет, что это трудно и так сказать, мешает другим делам, я хочу сказать, что если у вас есть могучий какой-то инструмент для развития головы, то он помогает во всех делах. Поэтому я вам тоже бы это посоветовал. Рявкать я на вас не буду, как академик Александров, потому что я не академик. Вот, а требовать от вас ответа на вопросы, конечно, буду. В конце наших сегодняшних лекций я оглашу список, кто, когда и где сдает экзамены, потому что мы все согласовали с диспетчером до последней точки и аудитории. Вот, а сейчас я объявляю тему очередной лекции сегодняшней – культура. 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 Скажем, культура речи позволяет читать лекции в больших аудиториях без микрофона. А вот пришел товарищ, у которого сегодня день рождения. Вас зовут? Оскар. Оскар. У Оскара день рождения, и мы, как культурные люди, его поздравляем с вами. Вот. Спасибо. Оскар, я вам дарю газету «Народная правда», где я являюсь главным редактором, тираж 15 тысяч. Ага. Вот здесь вы можете увидеть материалы Ленинской конференции, которая прошла, о которой я говорил. Да. Что, ни у кого нет телефона с фотоаппаратом? Есть, с фонариком? Да, один освещает, другой фотографирует. Так, Оскар, 26 лет. Правильно? Да. Вот. Срокового режима. Нет, срокового режима 5. Было уже. Так, Оскар, по согласованию, мы посоветовались, и он решил, значит, принести тут два торта. И я думаю, что мы в перерыве. Да. Да? В перерыве. Отметим это дело. А то, да? В общем, он решил пожертвовать собой, чтобы умягчить преподавателя накануне экзаменов. Так, я не спрашиваю, что такое культура, а всех остальных прошу ответить на этот вопрос. Что такое культура? Все, что создано человеком. А? Все, что создано человеком. Вот всякую грязь, которая, так сказать, вот отвратительные экологии. Это все культура. Ну, спасибо вам за такое определение. Чего только человеком не создано? Фашизм человеком создан или собаками? Материальные. А, материальные. То есть газовые камеры. А вот, ну, спасибо вам за такое понимание культуры. Извините, пожалуйста, ничего. Ага. Спасибо большое вам. Прошу прощения. Понятно. Это культура фашизма, да? Значит, кто не знает, что такое культура, не может сказать, что такое культура фашизма. Кто не знает, что такое яблоко, не знает, что такое красное яблоко. Согласны? Что такое культура? Другие варианты. Ну, это не все, что создано человеком. А, не все, что создано человеком, культура. Это правильное высказывание. Это не определение культуры, но высказывание правильное. Вот человек говорит правильно. Но правильность и истинность – это разные понятия, да? Так что такое культура? Еще варианты. Значит, мы находимся в культурной столице России, в Санкт-Петербургском государственном университете, в Институте истории. И вот ее там в Институте истории спрашивают, что такое культура? И никто не может сказать, а мы действительно ли находимся в университете, или действительно ли это культурная столица России? А? О, наконец-то я услышал то, что каждый раз слышу. Обычно мне говорят так. Есть 500 определений культуры. Я говорю, отлично, если есть 500, дайте одно. Вот вы сказали, что есть несколько, дайте хоть одно-то. Это все, что создано человеком. А? Это все, что было. Создано человеком. Было уже, было уже. Что только не создано. Что только не создано человеком. Все это и культура. Понять, что мы где.
разделяем либо всю культуру в общем, либо художественную культуру в частности, потому что, как правило... Ну, понятно, что если есть, если я знаю, что такое человек, то я знаю, что такое, то могу говорить о человеке в частности. Если не знаешь, что такое человек, то я в частности. Вот там есть человек, хочешь сказать. Культура – это материальный опыт человека. Нет, это накопленный опыт человека. Накопленный опыт. О, этот человек знает откуда-то. Не знаю откуда, но он знает. С вашей лекции. С нашей лекции, наверное, вычитал. Ну ладно. Но это не знаю, это не научное воровство. Человек подготовился. Я его подготовил, он специально там у меня в редакции сидит, если никто не отвечает, он поднимает руку и отвечает. Так мы задумались с ним. В самый такой опасный момент, когда получается, что никто не знает, вдруг один человек поднимает руку, уже, можно сказать, спас честь курса. Значит, культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Например, в опыт входят некоторые действия, которые больше не следует повторять, правда? Поэтому, скажем, газовые камеры здесь входят с отрицательной стороны. США до сих пор используют. Ну, культуры-то у них не хватает в США, ясное дело. Откуда у них культура? Когда, вот с точки зрения соотношения нашей культуры российской и американской, скажите, пожалуйста, когда у нас рабовладение было в России? Что-то никто не может вообще сказать. А? В каком? Ну, я вас про рабовладение, вы мне про крепостное. Вы что, две формации спутали? Вот если кто-то спутает две формации на экзамене, это два. Перепутать рабовладельческую формацию и феодальную. Я спрашиваю, вы можете сказать, что в России было рабовладение? Если было, то когда? Вот, не помнят некоторые. Говорят, мы, говорит, по молодости лет не можем вспомнить, когда было рабовладение. А крепостное право у нас когда было отменено? А в Америке, в США рабство когда было отменено? Вот, в 1862, правильно говорят. У нас уже крепостное право отменено было в 61 году, а в Америке только рабовладение отменено. В 1862 году, на год позже. Это во-первых. Во-вторых, значит, культурные люди давно освободились от рабовладения в Европе. А вот те люди, которые приехали из Европы создавать как бы новое общество в Соединенные Штаты Америки, они завозили рабов откуда себе? Чтобы у них было как бы вот как в Древней Греции и в Риме, чтобы у них демократия была настоящая. А настоящая, она замешана первично на чем была? На рабовладении. И вот они, значит, 1,5 миллиона удушили при перевозке, поскольку они задохнулись в баржах и в трюмах кораблей при перевозке в США. И вот после этого они создали там американскую демократию. Очень гордятся, что они создали демократию на основе рабовладения. Но у нас, может быть, не такая демократия, но не на основе рабовладения у нас демократия. Точно так же, как вот иногда из Германии приезжают, говорят, а у нас тут демократия. Я говорю, конечно, у вас демократия, у вас гораздо более демократическая демократия. А мы никогда не делали абажуры из человеческой кожи. И как-то они тут затихают. То есть у нас очень много учителей демократии. Может быть, недостаточно, мы оцениваем роль вообще своей страны, которая... Ну, дважды походом ходила в Европу. И ничего не завоевывала, а спасала Европу. Один раз от Наполеона. Спасла от Наполеона и ушла обратно. Армия. Ушла обратно. Никого там не порабощала. А второй раз опять в Европу ходили. До Берлина дошли. 70 лет назад. И снова ушли обратно. А вот те, с кем мы воевали, из-за них... Погибло в общей сложности. Если не брать другие потери, кроме потери Советского Союза и гитлеровской Германии, это люди, 27 миллионов граждан СССР и 9 миллионов погибших в Германии. Итого 36 миллионов. Вот эти люди, из-за которых погибло 36 миллионов, тут кочевряжутся, говорят, мы вам санкции будем объявлять, потому что вы себя не так ведете. А что они санкции не объявляли против Гитлера? За две недели сдали все в Европе, не воевали. А линия там была во Франции, Лонжемо. Ой, Мажено. Да.
Столько стран там было, и все тоже к санкциям присоединились. А что вы тогда делали? А я вам скажу, что они тогда делали. Они тогда участвовали в войне на стороне гитлеровской Германии. За 2 недели все сдали, а потом работали интенсивно на военных заводах. В той же самой дорогой Чехословакии, которая вот как раз против санкций выступает сейчас, делались танки и башни для танков немецких современные. И Румыния в этом участвовала, и прочие, прочие, прочие европейские государства. Поэтому, как говорил товарищ Маяковский, но кипченку не сдеру с виска. То есть он, так сказать, понимал роль России, роль нашей страны в мировой истории. Ну и нас уж не надо так вот, как говорится, как я нередко слышу на эхо Москвы, вот, в цивилизованных странах, а мы вроде как вот тут дикари. Ну вот чтобы выяснить, кто дикари, а кто не дикари, мы должны твердо знать, что такое культура. Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И вот обратите внимание, до сегодняшнего дня и до этой темы мы все время говорили о том, что при решении тех или иных вопросов надо все время учитывать, значит, что вот это понятие носит классовый характер. А вот культура – такое понятие, которое само по себе классового характера не носит. То есть в культуре как бы угасает эта классовая борьба, это итог этой борьбы. Надо на этот итог смотреть, и этот итог есть достояние человечества. Давайте посмотрим на итог этой всей борьбы, и классовой, и национальной, и межгосударственной, и оценим эти итоги с точки зрения извлечения опыта для будущих поколений. Вот это будет вопрос культуры. Это будет вопрос культуры. Это не значит, что в тех или иных произведениях культуры не надо различать прогрессивные элементы, революционные элементы и реакционные элементы. Эти элементы могут проявляться в высказываниях или в действиях героев тех или иных художественных произведений, но на этом основании зачислять, скажем, авторов этих произведений на ту или иную, так сказать, в тот или иной лагерь не приходится. Например, вы, наверное, знаете, работа известная, статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Как зеркало русской революции. Он говорит, что он действительно показал себя или раскрыл русского крестьянина в своих произведениях, особенно в «Войне и мире». А что касается его, так сказать, таких философских позиций, какие у него были, философских, политических, это помещик, юродствующий во Христе. А если взять его как деятеля культуры, как писателя, он как матерый человечище. Что до этого дворянина, крестьянина в русской литературе и мировой литературе не было. А вот теперь он появился. То есть, когда мы говорим о культуре, мы ставим вопрос шире. Не отказываясь там от своей классовой позиции, а просто мы ей не ограничиваемся, а мы ставим вопрос гораздо шире. А что это значит с точки зрения опыта? Опыта всей истории. Всей истории. Чему она учит? Чему она учит? И вот собирание этого опыта и есть, или вот собран этот опыт, опыт подытоженный, и есть культура. Значит, в этом определении накопленного по человечеству материальный и духовный есть два разделения, два вопроса. Материальный опыт и духовный. Материальный опыт выражается прежде всего в материальных продуктах человеческой деятельности. В чем он выражается? Ну, прежде всего, в средствах производства. Правильно? Все мы прекрасно с вами, особенно как историки, знаем, что первое, что делают историки, смотрят за тем, как изменялись орудия труда. Потом они об этом забывают уже поближе, чем к нашему времени. Вообще про это уже не пишут. И не только историки, но и другие люди говорят о чем угодно, только не о средствах труда. Вот как вы думаете, если падают наши космические аппараты, это в чем дело? Ну, прежде всего в том, что старая техника, там, где делают эти аппараты, старая. Ну, старая-престарая, сколько можно ее держать? Вы слышали, что там заменили технику на наших предприятиях космической отрасли?
Кто-нибудь вам такое говорил? Я такое не слышал. Я бы с удовольствием послушал это и отметил. Но другое, я читал, что наши прекрасные рабочие там, поскольку эта техника не дает, соответствует точно надфилями и напильничками, доделывают наши ракеты, в том числе те, которые должны нести ядерное оружие. Мы будем менять на новую современную технику или будем на старой технике делать вот то, что должно полететь далеко и далеко, высоко-высоко. То есть это прежде всего, вот об этом надо думать. Урок всей предшествующей истории состоит в том, что у кого передовая техника, у того самый высокий уровень производительности труда, а у кого самый высокий уровень производительности труда, у того больше возможностей для того, чтобы за меньшее время произвести больше продуктов. Или произвести такое же количество продуктов за меньшее время, то есть больше свободного времени. А если больше свободного времени, больше может быть отдано развитию культуры, в том числе духовной, а не только материальной. И вот недавно Владимир Владимирович, значит, как человек дотошный и контролирующий вообще выполнение своих указов, начал контролировать свои указы. Так, один указ выполняется, второй указ выполняется. Так, а как насчет производительности труда? Дошли до этого указа, что она должна расти. И что вы думаете? Растет. Мало того, что не растет, падает. Падает производительность труда. Потому что тут это не тот вопрос, когда нужно вот так сделать. Ну, вот все делают так, а производительность труда не растет. Потому что надо средства производства другие. Если я скажу вам, давай быстрее, слушайте быстрее, чем я говорю, это же не будет никакого повышения производительности труда. Производительность труда означает не интенсивность труда. Интенсивность труда, когда, если я так пилю, тебе будут так пилить. Давайте, говорит, еще быстрее, давайте так, а так рука оторвется. Почему роботы не годятся для решения проблемы производительности труда? Потому что робот, он так, он как человек. Так, так. А вы сделаете не робот, а сделаете роторную технологию, чтобы они, так сказать, по кругу ваши средства производства, эти инструменты шли и одновременно перемещались. Потом на следующий ротор, потом на третий, потом на четвертый. А потом загрузите с огромной скоростью, у вас будет колоссальный рост производительности труда. Все авторучки так делают, сосиски так делаются. Что думаете, сделали сосиску, понесли, там ее заворачиваете в целлофан. И вот на этом самом переходах все и теряется. Я однажды ходил для своей бабушки узнавать какую-то справку, брать для пенсии. Давно-давно, еще когда был мальчишкой, в школе учился. Это было у московских ворот, там недалеко от ДК Ильича, за ним. И вот такая, значит, фабрика по производству клеенки. И вот стоит женщина пожилая. И так, значит, клеенка все наворачивается на барабан. Вот прямо в кино надо показывать, что вот она стоит, а техника все работает, наворачивает. Потом она навернулась, останавливается эта машина. Эта бабушка втаскивает всю эту здоровую махину этой клеенки на тачку и, значит, везет ее в другое место. И причем на вот этой операции, на том, что не стоят два, так сказать, не автоматически идет со станка на станок, не линия автоматическая, а вручную, все и теряется. На Кировском заводе в свое время, когда там тысячи выпускались тракторов, стоял конвейер. Ну и человек, так сказать, он каждый раз к нему подходил, трактор, он там завернет, дальше пошел следующий трактор. Ну, теперь же это все вот это вот стоит на земле, идут туда, идут сюда, то есть одни потери. Точно так же, как если, скажем, мы выпускаем 5 самолетов в год. То они золотые, эти самолеты. 500 самолетов – это минимум. Что нужно выпускать для того, чтобы была высокая производительность труда. И низкая, так сказать, себестоимость, низкие издержки производства. То есть главный вопрос, и это вот этот вопрос, главный урок вообще истории, что все в конце концов сводится повышению производительности труда. И тот строй более передовой, который совершенствует, быстрее повышает производительность труда. Советский Союз имел более высокие темпы роста, чем Соединенные Штаты Америки.
Но Советский Союз не успел догнать Соединенные Штаты Америки, прежде чем его разрушили. То есть картина была такая, к моменту, когда темпы роста замедлились и превратились в нулевые при Брежневе, картина была такая. Первое место по производительности труда – Соединенные Штаты Америки. Мы никогда этот уровень не достигали. СССР по промышленности имел примерно 70%. И 25% по уровню производительности труда в сельском хозяйстве. Вот картина соревнований двух мировых систем. Но по темпам роста превосходил. И если бы эти темпы так сохранялись, то дело шло к тому, что Советский Союз обогнал бы через 10 лет, обогнал бы Соединенные Штаты Америки. На втором месте находилась и находится Франция. Поэтому, когда люди видят, что она довольно независимо проводит политику, или раньше проводила, сейчас что-то не очень сказать, что независимо, то это связано с тем, что она по уровню производительности ровно на втором месте. Потом шел Советский Союз, а потом только Германия и Япония. А потом на третье место вышла Германия, потом Япония. И сейчас я даже не знаю, где находится Россия. И те люди, которым положено знать, и только за этим и следить, между прочим. Ну вот не всем же не может заниматься президент и премьер, да? Чем он должен заниматься? А вот этим он должен прежде всего заниматься. А вот этим он прежде всего должен заниматься, чтобы была производительность труда, и чтобы эта производительность труда росла быстрее, чем в других странах. Занимается этим? Да чем угодно занимается. А с этим как-то плохо. Ну не выполняет, не выполняет. А где наше станкостроение? Оно упало в 100 раз. 100 раз за вот эти 25 лет после 90-х годов. А где наше инструментальное производство? А вот у нас был прекрасный завод инструментов в Сестрорецке. Это вообще завод исторический, при Петре построенный. Там производились пушки, а в войну там производились пулеметы, автоматы и другое стрелковое оружие. И винтовка Мосина там производилась, самая лучшая в мире. И улица там Мосина есть, и памятник Мосину. Все там есть, и памятник Петровскому этому арсеналу, все есть. Только завода нет, потому что при Валентине Ване продали американцам этот завод. За сколько продали? Там есть такой рабочий, французов Николай Павлович, он все время пишет письма, товарищ Матвиенко. Хочет узнать, за сколько продали этот завод американцу? Никто не может ответить. Уже 6 писем он получил. А в войну этот завод был перемещен в Новосибирск. А практика была такая в войну, что если обратно возвращается завод, там тоже остается. Поэтому новосибирский завод инструментальный работает. А вы можете посмотреть на остатки там, так сказать, все это в разрухе. И первое, что сделали американцы, когда купили завод, они привезли, так сказать, набрали строительного мусора, то есть развалили там какие-то здания и засыпали футбольное поле, на котором играли, как говорится, дети многих поколений сестрорецчан. Ну, это вот первый вопрос. То есть первое, что, первый урок, который нужно извлечь, это то, что нужно заниматься совершенствованием орудий и средств производства. И если этим общество не занимается, оно не культурное. Или не вполне культурное. Или все думает, что кто-то там оно где-то купит. Дескать, мы отдадим сырую нефть, которую можно, между прочим, было переработать во что? В бензин, в масла, в керосин. Керосин – это топливо для самолетов реактивных, для ракет. И продать этот керосин. Это было бы совсем по другой цене. И получить гораздо большую стоимость, чем если вы тяжелую нефть, которую очень тяжело перегонять, для этого надо очень мощные насосные станции, отправляете ее в Европу, потом оттуда вы получаете что? Получаете то, что они сделали из нашей нефти. И вот и получается. Мы можем сколько угодно, кажется, собой гордиться, даже и тем, что мы вот спасали Европу, но вообще вот гордиться тем, что мы некультурно хозяйствуем, то есть мы отдаем свои ресурсы, даже те, которые мы никому не продали, ну, я имею в виду, что нефтяные месторождения мы не продали, ну, нефть зато продаем вот так вот прямо на корню сырую. И отдаем тем самым все деньги тем, кому продали нефть. Основную массу, остальное они получают.
В Японии есть такие ресурсы? Да нет там ресурсов, они прекрасно существуют, не имея вообще никаких ресурсов. Она говорит, почему у нас падал рубль? Потому что нефть подорожала. С какой-то стати наша экономика должна зависеть от цены на нефть? Ну, с какой стати? Что должно быть главным вообще в экономике? Обрабатывающее производство или добывающее? Ну, если колониальная страна, то добывающая, правильно? Если слаборазвитая. Ну, а если развитая страна, то, конечно, прежде всего обрабатывать. Ну, посмотрите на США. Нам может не нравиться политика США, но вы получите из экономики-то американской. Если мы с точки зрения культуры подходим. Вы культуру хотите освоить, если она есть в Америке? Ну, у них есть то, чего не надо осваивать, но есть и то, что надо осваивать. И, между прочим, из Америки приезжали люди, помогали нам трактор сделать на Кировском заводе первые годы советской власти. Да? Помогали нам, между прочим, строить Днепрогэс, американские инженеры, мы их приглашали и платили по высокой ставке, так? Так. Ну, так мы их приглашаем, или, допустим, Китай, если у нас что-то покупает, он просит и завод создать, и Индия тоже. Вы сделайте нам завод у нас и помогите нам наладить производство. А мы говорим, приезжайте, владейте, мы вас просто будем покупать. То есть мы получаемся потребители, которые сами ничего уже не могут сделать. Бывший министр обороны Сердюков тарелки уже закупал во Франции. Тарелки алюминиевые, никто не может сделать тарелки. Мебель закупал для кораблей, потом он решил закупать двигатели для наших кораблей, которые делало наше предприятие «Звезда». Тут уже всполошилось наше законодательное собрание, и тогдашний губернатор Матвиенко начали писать письма министру обороны. А мы еще с одним коллегой, с кандидатом экономических наук и ветераном МВД Гавшин написали письмо Путину о том, что вот это вот действие министра обороны граничит с изменой Родине. Ну, вот остановились те вроде на этом рубеже. «Звезда» работает. Двигатели у нас для кораблей делают у нас. Еще немножко, и двигатели бы уже для танков делать там стали. А завтра бы сказали, все, мы вам не поставляем двигатели, до свидания. И все. А между прочим, двигатели для американских ракет поставлялись из России, до сих пор поставляются, в курсе дела. Но если не будем мы эту отрасль развивать, то это все закончится. В конце концов, они сами сделают такие двигатели. Пока наши лучше, но будет, и будет развитие, и они сделают лучше. Если у нас не будет соответствующего подхода. Вот мне пришлось наблюдать, что такое военная приемка, когда я был в школе. Я учился в 366-й средней школе Московского района, она была среднеполитехнической. То есть мы 9, 10, 11 класс 2 дня в неделю должны были работать на заводе. Причем работать на заводе не как на уроках труда, а прямо вот в цехах на соответствующих рабочих местах. И вот сначала нас поместили на сборку приборов. Одели в халаты белые, мы делали производственную гимнастику, так сказать, в перерывах вместе со всеми. И нам сказали, что никто не знает, что мы здесь производим, и вы не знаете. Мы, правда, ходили там по территории завода и забрели на помойку внутреннюю. На внутренней помойке выброшены всякие разные там таблички, на них написано «бомбосбрасыватели». Поэтому мы не знаем, что там делают, но вот такое видали помойки. И там нам сказали, вот ваше дело, вот приходите, вы закручиваете эту гаечку, и потом вот красной этой красочкой так вот гайку поливаете, чтобы, так сказать, она зафиксировала эта краска ее. Если вы сделаете, допустите, ошибку, хоть одну, значит, к нам регулярно приходит военная приемка, они берут партию. И если в этой партии найдут один брачок вот в одном месте, всю партию враг. Всю. Скажут, вот ничего не жалели. Конечно, не жалели. А сейчас вот миллиарды в брак. Хлоп. Сейчас, значит, только что один протон пропал, который на МКС вез продукты. А там, говорит, что-то там неправильно соединили, наоборот поставили. А теперь, значит, оказывается, подшипник разрушился. У вас нет хорошего подшипника для нашей космической корпорации? Ни у кого нет? Ну что это за детский сад такой? А при Королеве вот не разрушались. Так. Я думаю, там бы не такая была бы разборка, как сейчас.
Но если нет такой дисциплины и порядка, культуры нет, производства, то, конечно, и не будут летать как следует. Ну, хорошо это все, как говорится, всего лишь, так сказать, спутники или продукты. Сначала продукты не повезли, продовольствие на МКС. Ничего, у них пока хватит. Нечего жировать. А сейчас Мексика не получила космический аппарат, спутник, который 15 лет должен был висеть над Мексикой и Южной Америкой и обеспечивать связь Мексики и Южной Америки. Ну ничего, им американский скоро сделает, потому что следующий спутник американцы будут запускать. Вот идет соревнование, очень просто. Наш пропал. А кто вышел первым в космос? А первым в космос вышел наш человек, Юрий Гагарин. И первый спутник. И все говорят, когда говорят спутник, и все понимают во всем мире слово спутник. И говорят на русском языке. И, наверное, если вы выйдете на улицу в Вашингтоне, там не будет написано по-русски колбаса, морковь, овощи. На Брайтон-Бич будет. На Брайтон-Бич будет. Ну, там наши сидят. Или там, можно сказать, наши или там русские евреи, или евреи, которые в Америке считаются русскими, потому что никто их там евреями не считает. И даже по-другому и не разговаривают. У нас Леонид Соломонович Бляхман рассказывал, что вот дочка у него туда приехала, и потом он сам туда к ней ездил. Там, говорит, ну, это русские, и все, нас никто там нас иначе не, там и не рассматривает. И представьте, идете вы по Вашингтону, и написано «Столовая» по-русски. Нет. А у нас «Кофе-хаус». Хаус. Что, там такой хаус, что ли, в этом кофе? Кафе. Кафе-то это уже не по-русски, да? А что такое бистро? Это мы знаем, что от слова «быстро» идет это из Франции, потому что наши солдаты быстро шли на Париж и сказали «быстрее, быстрее, 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 быстро, быстро», и вот оно «бистро», и вот мы оттуда принесли, и гордимся, что у нас «бистро» и так далее. Ну вот, как известно, Россия, говорил Ленин, всегда носила выкинутые Европой шляпки. Так. Ну и до сих пор носит все. Как что выкинут, так она носит сразу. Одевает и носит. Значит, главный вопрос развития культуры – это развитие средств производства. Это раз. А второй составляющий производительных сил что является? Второй составляющей производительных сил является образование. Как вы считаете, вот если было делали специалистов, готовили 5 лет, а потом решили, а зачем России специалисты? Зачем вам специалисты? Хватит с вас и бакалавров. Сколько вы будете учиться? 4. Вот нас государство кормило 5 лет, учило. А вас будет 4. А потому что вы способнее нас. Вы способнее нас. Вы за 4 года можете выучить то, что мы делаем за 5. Я правильно понимаю? Пятилетку в 4 года. Да, вот пятилетку в 4 года и делает наш товарищ Ливанов. Недаром у нас, скажем, нашего министерства, знаете, как оно называется, нет? Министерство образования и науки Российской Федерации, сокращенно Минобразин. И вот они стараются. А нельзя ли? Вообще надо бы 3 года вас учить. Чего 4? Чего так ждать? Дали бы дипломчик какой-нибудь вам. Вот, я думаю, не пожалеть лавровых венков из лавровых листьев. Идите за 3 года. А раньше, в советское время, 3 года, если закончил, как называлось, незаконченное высшее образование. Ну, еще будете, поучитесь и идите отсюда. Вот я на 5-м курсе в прошлом году читал здесь философию и историю. А вам не буду читать. Почему? А потому что у вас 5-го курса не будет. Обойдетесь без философии и истории. Вот и все. Никто не убирал мой курс. Курс мой никто не убирал. Отличники отлично сдавали его, прекрасно, с удовольствием учили. Это люди на 5-м курсе разбирались, уже обобщали свои знания, которые они получили в течение 4,5 лет. Ну, поскольку нет этого, 5-го-то курса нету, специалисты не нужны. А вообще-то вам специалисты вообще нужны или нет в стране? Как вы считаете? Специалисты именно. Нужны. Ну вот товарищ на первом ряду считает, что нужны. Кто против? Один только министр против. А товарищ с первого курса, он понимает.
Хотя, если вы дальше покопаетесь, я против. Есть такая концепция. Ну, вы из Америки, мы знаем. Шляпу зачем вы не принесли? Вот эти люди, которые себе дают, себе готовят специалистов, придумали такую систему, что должны быть вот магистры, это те, которые будут управлять, и бакалавры, которых можно, так сказать, с такими обменными дипломами куда угодно, пускай они шастают по Европе и работают на тех, которые закончили магистратуру. То есть одни должны командовать в этом мире, а другие должны на них работать. Неважно, не обязательно рабочим. Ну, найдут какой-нибудь офис, будете каким-нибудь планктоном, и вы будете планктоном, и будете там сидеть и работать. Вот и хорошо. Вот и хорошо. У нас слишком много вас есть. Вам сейчас выдать пистолет? Или вы подождете еще? До экзамена подождите, а вдруг вы пятерку получите? Что стреляться-то? Это во-первых. Во-вторых, ну, значит, я думаю, всем понятно. Ну уж таких вузах, как, например, физтех или политех, ну там, понимаете, что, ну, и танки не поедут, и не полетят же, как ракеты. Поэтому там специалистов оставляют. В порядке исключения. Это надо же, значит, в России специалисты теперь в порядке исключения. Ну, вы, наверное, уже знаете, теперь магистры не сильно отличаются. Я преподаю в магистратуре. Во-первых, их мало-мало-мало. Вот сидит у вас целый курс, да, а в магистратуре единицы. Вот я читал курс на магистратуре для конфликтологов. Ну, 5 человек, 6. А то 2. А то 1 на лекциях. А почему? И занимаются они вечером в 5 часов. Вечерний убрали. А получается, что в магистратуре это же за деньги в основном. А если даже не за деньги, но люди сколько могут? Они же работать им надо все равно, они уже великовозрастные. Ну сколько можно сидеть на шее у родителей? Они начинают работать. А раз они начинают работать, работать днем. А вечером, вот они, кто приходит, кто может. А кто у вечерней смены, тот не может. В итоге их вот записано 7, а ходит 2. И это жалкая картина, которую я наблюдаю. Вот я 2 года уже в магистратуре преподаю. А у нас на кафедре социальной философии, философии истории, несмотря на попытки, скажем, мои, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора философских наук, Владимира Григорьевича Марахова, который был деканом и заведовал кафедрой раньше нашей, мы не могли открыть магистратуру на нашей кафедре. То есть это редкость. Это только разговор был, что везде будет магистратура, а вы потом можете пойти в магистратуру. Куда вы пойдете? У нас нет магистратуры. А у вас где есть, где нет. На одних кафедрах есть, на других нет, и везде так. А что с Академией наук происходит? Вот Академия наук, что бы надо было дать? У нас есть программа развития России? Это культурная страна должна была что сделать? Составить программу развития России. Правильно? Такие попытки были. Владимир Владимирович о перспективах развития России делал доклад на заседании Государственного совета в 2008 году и утвердил своим распоряжением концепцию социального развития России до 2020 года. Что вы про нее слышали? Ничего вы про нее особенно не слышали, потому что это распоряжение просто председателя правительства. А распоряжение председателя правительства – не обязательный документ для страны. Это документ обязательный для правительства. А если вы хотели сделать обязательный документ для страны, должно быть постановление правительства, а не распоряжение просто главы правительства. Это раз. Во-вторых, если вы хотели сделать, придать ей характер такого законодательного документа, надо было провести ее через Думу. Что трудно провести через Думу, но тогда выполнять же придется. А будут сидеть вот такие, вот как вы, такие сидеть, вредные люди, вы говорите, почему у вас это не выполнено, почему у вас вот это не выполнено, почему у вас вот это не выполнено. Так это надо будет не столько разъезжать, сколько выполнять эту программу развития России. Там было правильно написано. И повышение производительности труда, и повышение заработной платы, и развитие средств производства, и импортозамещение. А тут говорят, ну спасибо, нас санкции заставляют ввести импортозамещение. А что без того, чтобы нас заставлять будут из Америки, из Европы, мы не понимаем, что надо свое производство развивать? Нет? Что развивать? Это еще вкладываться надо. Да, это вкладывать надо. Пока гром не греет, не
Да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому это вот, это наше культурное завоевание. Пока гром не грянет, ничего не делайте. Товарищи историки, пока гром не грянет, не начинайте готовиться к экзаменам. Кто начнет готовиться, пока гром не грянет, тот, ну, не культурный человек. Да? Да? Вот. Приятно иметь дело с толковым человеком. Он очень вовремя и уместно высказался. Но пощады вам не будет на экзамене все равно. А он не боится ничего. Вон люди даже стреляться не боятся. Значит, развитие образования, повышение квалификации всех работников. Есть у нас система повышения квалификации работников или разрушена? У нас готовят рабочих? Разрушена всегда была. Разрушена. Вот при том самом Романове. Везде понастроили ПТУ. Давали там среднее образование, высококачественное. Но для того, чтобы стать квалифицированным рабочим, нужно после окончания учебного заведения, там средней школы или ПТУ, она дает третий разряд, еще лет 10, не меньше, на практике осваивать эту специальность, не меньше. Люди, так сказать, вот опытные говорят, где-то 13 лет надо, чтобы вы стали квалифицированным рабочим и получили 5-6 разряд. Потому что вот научить человека быть токарем несложно. Я, например, вот имею специальность токаря, у меня первый разряд. Если бы это было по самбо, это было бы здорово. А у меня по самбо только третий. А вот первый разряд токаря, я больше, кроме меня, никого не знаю. Первый, какой дают разряд с ПТУ, это третий. А у меня первый. А нужны, вот требуют сейчас, какой разряд? 5-6. Ниже никто не спросит. Потому что ну, сейчас такая техника, что ниже 5-6 разряда не нужны рабочие. А как вы получите разрыв? Там для этого надо, чтобы производства не уничтожались наши, а развивались. Дескать, а что молодежь туда не пойдет? А что молодежь пойдет на ЗИЛ, если его закрывали 10 лет? 10 лет закрывали. Это флагман нашего автомобилестроения. Закрывали. И так закрывали, и сяк. И обещали, что мы его, может, и не будем закрывать, но там уже работали одни старики. Кто туда пойдет? Или, скажем, вот человек собрался быть станочником, пошел бы он на завод Свердлов. А где завод Свердлов? На набережной Свердловской. Набережная осталась, завода нет. Или станкостроительный завод Ильич. Около Кантемировского моста. Я там был. И вдруг я недавно там прохожу, смотрю, дом, и сверху написано золотом Ильич. О, думаю, надо же, неужели завод? Золотом написано. Возродили. А, да, бизнес-центр. А что такое бизнес-центр? Сидят, бумаги пишут там, туда-сюда. И там мелкие-мелкие офисы всякие. Офисная экономика. Это могучая экономика. Да. И туда-сюда перекладывают бумаги. Ничего, станки мы купим. А где мы сейчас купим станки? Я знаю, где мы сейчас покупаем. Осталось у нас 3 источника. И раньше было 3 источника, 3 составных части марксизма, а сейчас 3 источника приобретения станков. Это Китай, КНР, это Тайвань и Белоруссия. Все. В Беларуси ничего не разрушали. Там как-то так, чего-то с ним у них там, видимо, нехорошо. Они почему-то не стали свои разрушать предприятия, а сохранили их, и государственный сектор сохранили. Поэтому у них государственный монополистический капитализм. А у нас что? А у нас как бы тоже государственно-монополистический капитализм, но стыдливый. Никто так не говорит. А говорят, что у нас рынок. Рынок все у нас решает. А что у нас может решить, если 10 лет делается подводная лодка? Что рынок может решить? Ну что может рынок решить? Я, дескать, я вот сделаю подводную лодку, заверну ее в газету, и к Метрополитену Островская. Вам не нужна подводная лодка? А вот вам очень безопасно будет плыть на Гавайи. Там 13 боеголовок. Ядерные, никаких пиратов вообще. Все государства очень уважительно будут к вам, вот близлежащие, когда вы будете проплывать, относиться. Никаких не будет там, ни препятствий, ничего. Берите. Она не взяла. Я пошел домой, завернул. Ну и как рынок-то решил проблему? Рынок все порешил наше производство. Потому что рынок давно уже, стихийные конференции, капитализм закончился. И культурные люди знают, что в капитализме есть два этапа, две фазы. Низшая фаза называется капитализм свободной конкуренции. А высшая фаза называется монополистический капитализм или империализм. При монополистическом капитализме рынок вроде бы еще царит,
как бы. Но он уже подорван, и вся работа ведется на заказ. Не так получается, что я вот наделал этих самых танков, потом выставил и говорю, ну покупайте танки. Так никто не делает. Вот я приехал в Абу-Даби, вы из Абу-Даби? Будем считать, что вы из Абу-Даби. Я вам один танк показал, как он прыгает, Т-90. Будете брать? Сколько вам надо? Сколько прыгает? Сколько надо? 100. Берете 100? Давайте деньги на 50, мы вам 50. Вы даете деньги на 50, мы начинаем разворачивать производство, присылаем вам 100. Вам тоже поставим танк. У нас танков много, все нормально. Так, вы еще деньги на вторые 50, мы вам еще 50. А давай, делать сразу 100, дураков нету. Мы сейчас не будем делать танки. Мы наделаем вам танки, а потом будем сидеть? Нет, а вот этот самый Оланд как сделал? Говорит, Мистрали, говорит, мы вам построим, давайте. Ваш дурачок, этот министр обороны, заказал нам 2 Мистрали, которые вообще не нужны России. Наши с радостью думают, хоть бы они отказались и денежки обратно вернулись. Потому что они нам не нужны вообще. Ну что они возят вертолеты? Вертолеты наши Анны возят, мы их туда погрузить можем и привезти. И они сами прилететь могут. Что там возить-то на кораблях вертолеты? Зато круто, корабли. Ну вот у нас думали, куда их вот девать. Можно туда около японских, вот этих бывших японских, а теперь наших островов там помещать, чтобы они знали, что выиграли мы по японо-советскую войну. Вот. Да, флот там у нас подводные лодки ходят, не волнуйтесь, у нас флот все равно больше. Там это его просто не видно. Так что. Вот у нас что не разрушался строительство нашего флота, но подводные лодки все время строились. Все время. И подводных лодок у нас много, и с ядерными боеголовками. И адмиралтейские, вот прямо сюда, вот посмотрите вот на этот угол. Вот там атомные подводные лодки строились, сейчас там дизельные, каждый месяц пекут. Ну, дизельные такие, которые являются очень мощными, и прямо отправляются каждый месяц на... Куда? Черное море. Черное море. Там сейчас у нас горячая точка. Так вот и работают все время. Думаете, на рынок они работают? Сколько заказали, столько и сделают. Ну, так если заказали, то надо оплатить. Кто должен будет платить? Государство. Государственный монополистический капитализм. А эту глупость, понимаешь, что вот мы сейчас сделаю, потом пойду продавать... Ну это для это бабушки, которые семечки продают. Где эти бабушки-то? Бабушек-то всех разогнали. Бабушки на варенье, где вы увидите сейчас? В Пятерочке. Там она перевязана. А где бабушка? А бабушку долой. Бабушке не место на рынке. Бабушка, у тебя внучки есть, что хочешь, чтобы у тебя были? Не приходи больше сюда. Внучки хотят, чтобы у вас была бабушка. Так, а с Академией наук? Наука. Наука входит в культуру? Да. Опыт человечества показывает, что если наука не развивается в обществе, оно не является, деградировать начинает. Вот видите ли, ученые распределяли государственные деньги. Это безобразие. Надо, чтобы государственные деньги распределяли кто? Чиновники, которые ничего не понимают в науке. Вот если таких найти и поставить их распределять государственные деньги, вот тогда наша наука заживела. Так и сделали. У нас есть теперь Академия наук, у которой забрали все научные институты. Все одним разом. Это наш друг Ливанов позаботился. Все забрали. Наше министерство, Минобразин, подсуетилось и забрали. И кому передали? А есть такой вот замминистра финансов, который, конечно, не ученый. Если бы даже это был вообще один какой-нибудь ученый, то, как вы понимаете, вот есть философы, а еще есть экономист. Есть экономисты, а еще есть физики. А есть физики, а еще есть математики. И вот если я философ, то я в химии это ничего не понимаю. Вы меня поставьте руководить развитием химического производства или химической науки. Я там такое могу натворить, что меня на пушечный выстрел подпускать нельзя. Но если будет президиум Академии наук, где представлены умы, которые занимаются всеми видами науки, этот президиум Академии наук и решал, куда направить государственные деньги, чтобы наука развивалась. Нет, теперь это будет решать что? ФАНО. ФАНО. Зачем такое название? Сами что ли не понимаете, что это фановые трубы, фановые какие-то организации? Что это такое? Федеральное агентство научных организаций. ФАНО. Или ФАНО. ФАНО. Но ФА. Что это такое?
А потом вы придете как директор института, а я вот как раз вот руководитель этого, зам министра финансов. Что, пачка бумаги надо? Не дам. А вам надо бумагу? Вам дам. Я даю только в зеленых рубашках, кто. А что я должен вам давать? Вы кто такой? Я вот руководитель этого всего фана. А вы какой-то директор какого-то института. Другое дело, конечно, собрались вот эти четыре академика. Говорит, а как? Они решили, надо деньги так распределять. Некоторым людям, бюрократам, кажется странным, что ученые распределяют деньги на науку. Точно так же, как показалось странным, что вот в советское время соцстрах делили соцстраховские деньги и распределяли. Кто? Профсоюзы. Почему? Ну, они лучше знают, у кого какая нужда, кто заболел, у кого какая семья, у кого какие трудности. Правильно? Нет. Я чиновник, я буду распределять. Тем более я знаю, как откачивать эти деньги. Мы же знаем, как чиновники умеют эти деньги откачивать. Самый класс показал губернатор Сахалина. Миллиард денег собрал. Миллиард взяток. Причем не так собрал, чтобы он кого-то заставлял. Нет. Он как делал? Он очень просто делал. Вам на вот ваше строительство на Сахалине, вы директор мощной, хозяин мощной компании строительной, сколько нужно денег государственных вам дать? Я это обеспечу. Поеду к Медведеву. Миллион 500. Это с этими не разговаривать. Миллионов 500, это несерьезный человек. Мало. Сколько вам надо? 5 миллиардов. Вот это вот человек. А вы учитесь вот. 5 миллиардов. Так, так, тихо, тихо, тихо. Все, с вами не разговаривать. Значит, 10 миллиардов пришлют вам, 5 миллиардов получите. 5 принесете, положите ко мне. По рукам. Все. Дмитрий Анатольевич, нужно развивать Сахалин. На Сахалине очень тяжелые условия. Нужно для строительства того сего пятого 10 миллиардов рублей. Выделяю 10 миллиардов, вы получаете 5 миллиардов. Вы что-то пострадали? Нет. Вы же хотели 5, 5 получили. А это вас вообще не касается. Это наши с Дмитрием Анатольевичем дела. Так, а вам сколько надо? 20. А? 20 миллиардов. Сколько? 20. Ну вот это серьезный человек. 20 миллиардов. Дмитрий Анатольевич, это такая проблема, тут меньше, чем 40 миллиардов. Никак не обойдешься. И тогда, вы видели, что кто-то протестовал против этого губернатора из местных? Зачем? Из местных бизнесменов. Да это золотой человек. Он же пригоняет из центра, из Москвы самой деньги. Ну. А вот эти нехорошие люди из Следственного комитета взяли его, а он ничего и не прятал. У него вот зашли, говорит, а у меня все открыто, вот, пожалуйста, пачки берите, миллиард. Ну, подумаешь, мне подарок сделали там 70 миллионов или 30 миллионов этот прибор писать. Вот вы бы взялись, скинулись перед экзаменом тогда за 30 миллионов, купили бы прибор и посмотрели бы, как будет у нас проходить все. Что-то у нас никак это не проникло в нашу жизнь. Это все. Ну, экономика же, она решает все. А у нас все как-то отсталое такое какое-то общество с вами. Что-то отсталый университет вообще. Боже мой. Что, у вас нет 15 миллионов до завтра? My credit card. А, все придумают. Снимать, снимайте. Так, я вас отпускаю, снимайте. Что не снимать? Это вопрос культуры. Дальше пошли. Значит, следующее по важности – это архитектура. Правильно? Это там, где люди живут, кровь над головой. И архитектура – это что такое? Это вид искусства. Это не жилище. Наделали коробки. Или там вот если поедешь там вверх по Неве, там слева сапог стоит такой из стекла и бетона. Сапог. Зачем сапог делать? Или если вы пойдете с Литейного проспекта прямо по Шпалерный. И вы увидите, там, значит, так, Смольный собор слева, справа еще одна башенка этого Смольного собора, а посередине какой-то таракан такой. Белый, с черным такой таракан. И этот таракан находится на той стороне Невы. У нас вообще архитектор есть? Видимо, он хоть смотрел? Видимо, нет. Нет, с другой стороны, есть данные, что он есть. Потому что вот когда с моста Дворцового, потому что там больше, наверное, ходит, там обычно ведь... Почему люди там не замечают, которым повезло? Потому что они там приезжают на машине, им некогда смотреть. Это я пешком же шел. А пешком-то видно этого таракана. Причем этот таракан размещается, между, прямо вот разбивает это вот творение, расстреливает.
разбивает его пополам. А тут вот была такая картина. Заходит человек на Дворцовый мост. А с Дворцового моста там бывают пробки. А раз пробки, то он, значит, делает нечего, смотрит. Ничего себе. И вдруг какой-то там непонятное что-то какое-то там. Над известными зданиями красивыми вдруг непонятное сооружение. И убрали два этажа-то. Заставили убрать, сломать два этажа. Это говорит о высокой культуре. А еще вот это не говорит о высокой культуре. Вот у нас стоит здание бывшего военно-морского музея. Видели, да? А вы зайдите с Невы, и вы увидите, что там оно уже разрушается. Вот там, где всякие картины, лепнины. Вот там, вы видите, уже все падает. Почему? А потому что оно пустое. А почему пустое? А потому что не надо было отсюда перевозить в военно-морской музей. А что за идея была? Идея была. Давайте уберем этот самый отсюда военно-морской музей куда-нибудь на Крюков канал, куда его и убрали. А здесь сделаем расплощадь. То есть Пушкина, да площадь называлась, плохо же называлась. Ну, Пушкина, что Пушкина? Тут Пушкинский дом рядом. Ай, черт с ним. Назовем Биржевой, потому что биржа там была. У нас же буржуазный строй, в нем биржа главная. Биржевая площадь. А раз Биржевая, давайте сюда и биржу вернем. Так вот Валентина Ивановна задумала. Выкинули этот самый музей. Директор этого музея при перевозке из 2 миллиардов 1 миллиард украл. Директора сейчас посадили. Посадили миллиард. Сейчас меньше миллиона никто. Это вообще вот вы со своими этими миллионами 500, даже не позорьте здесь, молодой человек. Не дорабатывайте. Меньше миллиарда сейчас никто не разговаривает. Вот сейчас этого Полонского. Да, его швырнули из Камбоджи. Вышвырнули из Камбоджи. Он же забрал с народа сколько? 5 миллиардов 700 миллионов. Молодец. А он написал в газете «Коммерсант». Я процитирую, только прошу меня заранее простить за ненормативную лексику, поскольку это вот я не виноват. Это было напечатано в газете. Сейчас вообще нет ненормативной. У кого нет миллиарда, идите в жопу. А, ну это известная цитата. Это цитата из Полонского. Да, да, да. А у него-то есть? Нет. Но мы туда не пошли. У него точно есть. А вот миллиард сейчас есть, я не знаю. Это город высокой культуры. Это газета высокой культуры. А это Полонский высокой культуры. Вот сейчас его арестовали, он прямо в этих самых своих штанах там загорал на корабле, его так сгребли, эти спецназ, и привезли сюда. И сразу его наручники надели, и сейчас будут разбираться. По двум. По двум сразу. Это в одном месте только 5 миллиардов 700. Там еще есть другое место, где тоже он собрал людей. Много денег. С дольщиком. Так вот, архитектура. Что показывает нам наш город? Вот урок того, что такое архитектура. Посмотрите, вот этот блистательный Петербург, когда был создан? В то время, когда был феодализм. Крепостные крестьяне. Причем строили все по одному. Монферран создал Исаакиевский собор. Расстрелили, создал Смольный собор. Как им было тяжело, особенно вот Монферрано, вот колонны эти ставить. Очень было тяжело. Там, правда, есть вот у нас в Эрмитаже, там рассказ, и раньше был музей. В Исаакиевском соборе там рассказывали, как его воздвигали, показывали, какие были механизмы, какие были кронштейны, какие были там канаты применены. И там выясняется, что не один Монферран строил, там еще были люди. Безымянные. Ну а что их поминать? Они же крепостные были все. Эти крепостные построили Петербург, никто их не вспоминает. Эти крепостные построили вот все эти форты, которые сделали город неприступным с моря, поскольку все эти форты насыпные, и вот через них теперь дамба прошла. А? Кронштадтские форты. Нет, идущие к Кронштадту форты. Это насыпные такие острова, который с волноломом, на которых стояли пушки внутри, такая лакуна, куда можно заводить корабли было. И они неприступны, а между этими фортами подводные стены. Я знаю, что между первым и вторым фортом от Горской подводная стена 8-метровая, из таких булыжников сложены, 2 метра до вершины этой стены, всего от поверхности, а там 8 метров глубины. Мы там ловили окуней.
А я в маске смотрел там, как это сделано. Здорово сделано. То есть туда суваться, даже никто и не думал в войну сюда вообще заходить. Никто таких операций не планировал. Начиная с петровских времен, город абсолютно неприступен для того, чтобы его брать с моря. Поэтому наши все военные корабли стояли и стреляли. Ну, как орудие, так сказать, как соответствующий орудийный расчет. В чем величие этой архитектуры, как из вида искусства и как деятельности человеческой, что она одновременно обеспечивает людей жилищами, и одновременно это самое высокое искусство. Самое высокое в том смысле, и в буквальном самое высокое, в том смысле, что человек приобщается к красивому, прекрасному, каждый день находясь рядом с этими произведениями. И поэтому вы можете строго проследить разницу между архитектурой, вот скажем, до хрущевского периода и хрущевского периода в советское время, когда пошли эти хрущобы, безликие совершенно и неудобные для жилья. Я в этой хрущеве прожил, когда был в школе учился. 5-6 метров, так сказать, комнатки мать моя жила. Еще в одной комнате сестра с мужем и детьми, 8-метровый. Вот 17-метровый проходной, куда был вход, так сказать, через двери и из той комнаты, и в кухню. Вот я находился. И ванна с туалетом сидячая в одном флаконе. И говорят, что не успел Никита Сергеевич сделать это, соединить пол с потолком и ванну с унитазом. Не удалось ему этот вот сидеть. Да. Если вы откроете «Капитал» Маркса и почитаете «Фабричное законодательство» раздел, вы увидите, что там кубометры считают, а не квадратные метры. Но представьте себе сейчас вот опустить пол в два раза ниже, чтобы он был, простите, потолок. Квадратные метры же останутся. Да. А же дышать будет невозможно здесь. Тем более никакой не будет акустики. Правильно? Никто не услышит ничего. Ничего, мы сделаем микрофоны. А если что, наушники на каждого наденем. Вот и будет, да. Технический прогресс и так далее. Да. Нанотехнологии. Да. Нанотехнологии. Так нанотехнологии давно принимаются. Нанозарплаты, наноквартиры. Да. И нанопотенциал. Если мы возьмем культуру как накопленный опыт человечества, материальный и духовный, значит, сюда входит все образование, вся наука и все искусство. А искусство – это форма постижения мира. Правильно? Мы с вами знаем, что искусство – это одна из форм постижения мира. Но постижение мира не в понятиях, как в науке, а постижение мира в образах. Вот вы пришли в филармонию, и музыка вас потрясла. А какие у вас мысли были? У вас одни, у меня другие, у него третий, у этого четвертый. Музыку, даже если она программная музыка, это произведение программное. И вот, так сказать, композитор хотел, чтобы мы это вот, чтобы мы поняли. И что? И если вот у нас «Пиковая дама» Чайковского, это значит, про что это у нас там? Это у нас про игру в карты. Опера. А «Щелкунчик» балет? Ну, это вот, знаете, так вот раньше деревянные были, так хорошо щелкать было. Поставишь орех, раз, он щелкает, продавались головой, дубовые такие, раз, и щелк. Наверное, про это балет. Про это? Нет. Ну, вот люди просвещенные здесь есть, хорошо, вот хоть как-то есть просвещенные, а я думал, что только вот про то, как щелкать орехи, балет Чайковский написал. Там еще мыши есть. Там бегает туда-сюда, мышиный король есть, это нас вдохновляет, да? Это вас поражает? То есть, если речь идет о художественном произведении, то не то важно, что там говорится, и буквально, что там называется. Если называется, а музыка вообще ничего не называется. А речь идет о воздействии на человека, непосредственном воздействии на его настроение, на его чувства. Чувства передаются непосредственно, непосредством слов. Поэтому иногда вот раздают филармонии. Философия – это музыка философская. Ну, думаю, значит, это не философия и не музыка. Или тот человек, который писал, он не понимает, что пишет. Не надо придумывать, что музыка – это философия.
Точно так же, как нельзя думать, что философия – это музыка. Я, товарищи, к музыке не имею никакого отношения. Я умею играть только на одном инструменте. Только на одном. Я играл на нем в пионерском лагере. Меня очень любили, и этот инструмент очень уважали. Это был горн. Особенно, когда я играл «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед». Тут просто все бежали сразу с удовольствием. Никто такого впечатления большего не достигал. На других инструментах я играть не умею. Поэтому, не, на барабане я бы мог бы сыграть тоже. Короче говоря, речь, когда идет о произведениях искусства, это форма постижения мира. И, ну и в каком положении сейчас искусство? Положение, дескать, давайте вы думаете, как собрать деньги. И театры как собирают деньги? Ну как они могут собрать деньги? Думают, что снять еще? Сначала женщины снимали, теперь с мужиков уже начинают снимать. Ну как зазвать-то туда, в театр, чтобы люди деньги дали? Пойдите в филармонию, там вы увидите, там теперь продают вино, шампанское, там, где просто ходили красиво и обсуждали, какая музыка, а теперь там выпивают. И он тут выпил, и сразу ему понравилось. То же самое вы наблюдаете сейчас в этих буфетах, сейчас в театрах и так далее. Вот теперь стало хорошо. А то приходили люди так насухо. Ну и потом цены хорошие тоже. Там сразу это, цены просто это уж стало произведение искусства, а не экономики. Там бутерброд какой-нибудь 450 рублей. Вот моей внучке очень нравится. Она говорит, мне два бутерброда. Говорит, так, ну хорошо. Зато коизнительно. Да, зато вот. А с чем бутерброды? С красной икрой. Так прямо перечислено, сколько штук там этой икры. С колбасой. С колбасой тоже, примерно так. Идите вот на это, второй. Второй. Хотя, надо сказать, вот наше время тяжелое. Спасибо товарищу Гергиеву, который у нас декан факультета искусств нашего университета. Спасибо товарищу Гергиеву. У нас теперь есть, во-первых, старая сцена Мариинского театра, новая сцена напротив, через Крюков канал, там, где был ДК первой пятилетки. И еще концертный зал Мариинского театра по эту сторону декабристов. Там тоже прекрасные концерты бывают. И вот, несмотря на то, что ему приходится, так сказать, деньги выпрашивать, вы там откройте, когда программку, там написано «спонсоры». И это такого круга, этого круга, этого круга, этого круга, этого круга. И там и такие, и такие, и такие. Но это тоже большое искусство, чтобы сохранить театр в наше время хороший. И сохранить там прекрасные спектакли, вот приходится очень много работать. И надо сказать, что спасибо товарищу Гергиеву, он эту задачу выполняет очень трудно, очень трудно. Поэтому, когда говорят, вот тут все плохо у нас, ну не все у нас плохо, не все. У нас много есть хорошего. Главное его видеть. И вот... Да, да, да. И вот теперь вам про искусство не нравится, да? Нет, я сейчас открыл. А, ну давай. Американский засланец. Так. Так вот, в связи с этим встает вопрос, а что такое классические произведения? Кто скажет? Образцовые. Образцовые. Ну, это немножко не то. Ну, то есть, похоже, но не совсем. Кто это образцы придумал? Вы придумали один образец, а он придумал другой образец, а я третий. А? Общепризнанный. Общепризнанный. Значит, вот толпа, если не признала, да такого никогда не бывает, чтобы все признали. Никогда не бывает. Общепризнанный не бывает. То есть вот вы все признали, один я прихожу, говорю, а я не признаю. И все. И полетело это все. К черту. Ну что вы, я, да, вето наложил. Я все, это не признаю. Или вот она не признает, все. Вот. Давайте так, они все признали, а вы не признаете. Вот пусть они попляшут теперь. Вот. Идея у вас хорошая, но она не проходит. Ну, признанные авторитетными. Значит, вот классические произведения, это те, которые вошли в человеческую культуру навечно. Навечно, как корень культуры этой, корень и стебель. То есть, чтобы нового не появлялось, чтобы великого не появлялось, оно всегда растет вот на этом. И содержит это классическое в снятом виде.
в снятом виде. Оно и в чем-то его отрицает, правда? Оно не совсем такое, но оно включает это. Это не что-то, что рядом выскочило вдруг. Вдруг я сейчас встал на голову и буду читать лекции по-новому, на голове. Это будет оригинально, но не очень-то, хотя не общепринято, кстати. Точно не общепринято. И долго я не прочитаю так, но какая-то культура будет. А поп-культура – хорошее название, я считаю. Ну, поп, оно и есть поп-культура. У кого нет миллиарда, тот с поп-культурой жить будет. А почему популярно? Сегодня популярно, завтра не популярно. А популярность, если раньше обеспечивалась там, при том же феодализме, казалось, от чего? Ну, вот было устное народное творчество, оно передавало. Но неужели вы будете петь своим детям какую-нибудь ерунду? Не будете. Вы, во-первых, не запомните эту ерунду. И будете им петь, так сказать, колыбельные песни, такие, которые представляют собой сокровища. И это сокровище, как, собственно, и переписывание всяких рукописей, могло отбирать тем самым то, что ни за что никто переписывать не будет. Поэтому все эти рукописные книги, в том числе и Библия, которая потом стала печататься, все это содержит народную мудрость, безусловно, и мудрость человеческую, так или иначе. Вот, например, там сказано в Писании, по делам их узнаете их. А люди начинают на выборах по словам определять, избирать, не избирать. А чего его по словам определять-то? Это пустое дело. По делам их узнаете. Вот вы узнаете, сначала изберете, потом узнаете, кого вы избрали-то. Соображали, кого вы избирали? То есть... Когда речь идет о классике, это то, что всегда, всегда современно и современная вещь. Вот, например, появились электроинструменты клавишные. И что они сделали, это самое пианино, и, простите, фортепиано? Ну, клавиши не только пианино, фортепиано появилось, еще орган и много другого. Орган – это духовой инструмент. Нет, но есть электрический. А мы говорим о струнных. Есть электрический орган. Да, есть электрический орган. И я думаю, что при этом, при всем, вот когда, в отличие от клавесина, произошло вот такое развитие, которое достигло наивысшей точки в развитии этого инструмента, он остался в этом смысле навечно. Не в том смысле, что других не может быть инструментов. Могут быть другие, самые разные. Но они пока никто не превзошел. И скрипку Страдивари вы никаким электроинструментом не замените. Правильно? Хотя электроинструменты нашли свое место, так сказать, в культуре, и они в нужное время и в нужном месте, особенно если они не оглушают вас. Я недавно был в Москве на праздновании одного проректора, одного крупного вуза. Посидели, хотели поговорить еще, 70-летний юбилей, и ушли, потому что включили такую громкость и музыку, что невозможно было разговаривать. Ну, мы сидели час, невозможно говорить два, ну и собрали манатки и ушли. Пусть они гремят без нас. Хоть и нам и неудобно было, но это бессмысленно вообще. Ну, это звукорежиссер виноват, а не инструменты. Или я хочу вам сказать, вот у нас недавно был, вот здесь отмечали 70-летие, 7 мая. Ну, люди, вот культуры у них не хватает общения с электричеством. Ну, зачем такую громкость? Сейчас, говорит, будет бить метроном. И как начали кувалдами по голове, бац, ну вы... Там было-то не так уж много народу, все слышно хорошо. Так это же в тишине должно быть, тихо так. Тик-тик-тик. Нет. Баба! Баба! Что такое? Кто допустил этих людей к этим инструментам? Массовики-затейники. А? Массовики-затейники. Они думают, что чем громче, тем лучше. Еще и басы громче, сильнее. Я вот для тех, кто там на задних рядах. Я буду так теперь читать. Все слышно там, хорошо? О! А эти скажут, что вы на нас кричите? За мне надо какой-то баланс соблюсти. Ну, можно владеть, но это не значит, что всегда надо с такой громкостью говорить. Всегда надо соразмерять вообще аудиторию, место, количество людей и так далее. Ну, человек, так сказать, должен быть господин, но это не значит, если он господин положения, то обязательно на верхнюю, так сказать, на верхний уровень поставить все. Ну, надо думать. Или посоветоваться с товарищами. И другие профессора, как оттуда вместе со мной, как побежали, прямо-прямо, как немцы из-под Москвы. Ужас.
Наверное, там, если бы так включили, наверное, немцы, наверное, отступили бы сразу от Москвы, если бы такой громкостью включали. Значит, с классикой понятно. Теперь есть талантливые произведения. Что такое талант? Кто скажет? Ну, это была денежная единица, как мы знаем, в Греции. А вообще, талантливый человек – это какой? Да. Ну, уникальными, не уникальными, с необыкновенными способностями, да? Но в нужной области. Очень способный человек в какой-то области. Это талантливый человек. В этом понятии талант содержится, в каком направлении он использует свой талант? Нет, не содержится. Поэтому в культуре существует другое понятие – гений. А гений – это кто? Современное общество. Ну, это как-то слабо. Пользу обществу. А вы не принесли, что ли, пользу обществу? Никакой. Но вы уже принесли. Вы хотите сказать, что вы гений. Я понял. Скромный человек. Нет, вот гений. Вот. А, вот он принес, вот, да? Гений, да сам... Вы вот он принес пользу. Нашему обществу принес пользу. И общество еще не воспользовалось этой пользой. Но польза уже есть. Но польза уже есть. Польза материальная. Мы не Сейчас он выступит с речью. Так вот, значит, давайте уточним немножко это, чтобы это было не приземлено. Гений – это такой человек, который в какой-то области продвинул человечество вперед. Человечество. Ну, вот товарищ сейчас принес, он, конечно, продвинет нас. Но насчет того, чтобы человечество, я думаю, что пока еще тут не надо. Тут раньше время. Пока. А со временем мы не сомневаемся. Мы ему и пожелаем этого, чтобы он не только нас продвинул, но и человечество. Он, но на человечество ему тут много тортов надо набирать. Понимаете, он ведь не зря 500 миллионов просил. Да. Ну, понятно. Он об этом и думал, да. То есть тот человек, который продвинул человечество вперед. То есть по линии общественного, по линии развития культуры, как в любой какой-то области, правильно? Поэтому, скажем, есть у нас гениальные люди. Я вот смело могу сказать, что есть, например, гениальный у нас музыкант Михаил Васильевич Плетнев. Он является дирижером, он является создателем и художественным руководителем Российского национального оркестра, он является в то же время прекрасным пианистом. И это вот действительно гениальный человек, который, так сказать, которого можете лицезреть, слушать и так далее. И скромный человек, а никто, он о себе не кричит. И о нем не кричат те люди, которые хотели бы выше него прыгнуть, но прыгнуть выше него никто не может у нас. Но зато я вот, скажем, был в Антверпене, захожу в магазин, пожалуйста, там эти самые диски, Плетнев все, концерты Чайковского. Они, пожалуйста, есть. На Западе его все знают. У нас меньше знают. Ну, как всегда бывает, потому что в России своих знают хуже. Нет пророка в своем отечестве. Нет пророка в своем отечестве. Понятно, что такое гениальный человек. Ну и если говорить о дальнейшем развитии культуры, то поскольку это накопленный опыт человечества, то для того, чтобы что-то вошло в культуру, общество должно это осознать, этим переболеть. Поэтому вхождение в культуру – это длительный процесс. Что, так сказать, отработается, так сказать, что история воспримет, а что история воспримет с отрицательным знаком. Это не сразу проявляется. Поэтому торопиться не надо. Но вот, например, сразу заявлять, что если вот как в свое время представители пролеткульта делали после революции, что вот у нас есть будет пролетарская культура. А что Ленин по этому поводу говорил? Я, говорит, не понимаю, какая может быть выскочившая неизвестно откуда пролетарская культура? Культура, она развивается на том корне, который идет, уходит вглубь веков. И поэтому, если пролетариат, который взял власть, что-то еще вложит в это развитие, вот это и будет развиться культура, которая развивалась при диктатуре пролетариата. И она действительно развивалась. Но она, если она только пролетарская, то это как-то сужает вообще и принижает даже значение той деятельности, которая была осуществлена при этом правящем классе. Поэтому вот, конечно, мы там, где надо, мы всегда отмечаем, что, скажем, идеология классовая, государство, конечно, классовое понятие, нравственности тоже две, но если это культура,
Ну, конечно, можно в культуре различать разные элементы, но сама по себе культура – это такое явление, которое действительно является выражением всего исторического опыта человечества. И кто носители вот этой культуры? Носители этой культуры, между прочим, историки. Вот они и должны за этим следить. Не ковыряться только в отдельных мелких фактах. Я вот наблюдал, возьмут себе какую-нибудь тему, там, истории одного монастыря в одно время, и вот они ничего не знают. Все-таки вот таких обобщающих произведений, когда бы... А вы знаете великих историков, да? Там вот Соловьев взял и историю государства российского написал. Или Карамзин. А сейчас все берут какой-то маленький кусочек. И этот из этого маленького кусочка не видно ничего, что происходит. А зато вас никто не ругает. Но никто и не вас славит. Талантливым вы можете быть, а гением не станете, если вы не возьмете за то, чтобы продвинуть человечество вперед. Я не знаю, кто из здесь присутствующих продвинет человечество вперед. Но то, что продвинет, я знаю. Но это вы знаете. А я еще не знаю. Я еще не знаю пока. Но я узнаю, я верю. Главное не откладывать на завтра. Не откладывать на завтра. Я вот некоторым уже товарищам говорил, что я удивляюсь, почему люди вот сидят на первом курсе, почему не написана никем статья или книга. Вам запрещают книги писать? Вам запретили книги писать? Нет, а чего вы не написали? Ждете, когда будете в таком возрасте, как я? Чего ждете-то? А вы почему книгу не написали? Что, вам не дают? Кто не дает? Купите бумагу и пишите, что хотите. Когда все напишете, приходите показать. Я подскажу вам, где ее опубликовать. Чего вы ждете? Я же вам рассказывал. Вот у нас на Матмехе было две такие девушки. Уральцева и Ладыжинская. И вот тот академик Александров, о котором я говорил, вот, так сказать, с ними присутствует на конференции научной. Подходит иностранный профессор к этой девушке и говорит, а вы, девушка, с какого курса? Она так замялась, что она скажет. А академик Александр говорит, вообще-то она не студентка, она вообще-то профессор, доктор наук. А в возрасте примерно в таком. А вы еще не доктор? А чего вы ждете? Ну это же хорошо, и молодая, и красивая, и доктор наук. Что, это вам помешает, что ли? Я не понимаю, что такое? То есть какой-то должен быть, ну вот какой-то... Прорыв должен быть и в духовном отношении, и в культурном отношении. Кто это может сделать? Вы находитесь в сфере культуры. Мы уже выяснили, что история изучает современность как продукт предшествующего развития. То есть надо помочь человечеству, в том числе и России, продвинуться вперед. Ну, надо взять и написать такое произведение. Я и то пишу, и у меня издают на историческом вот факультете. И не раз я уже издавался под редакцией товарища Давудова. Хотя это вроде как... Не непосредственно не моя специальность, но тоже участвую. А вот все сидят и ждут. Ну, я понял, что вы ждете, надо сейчас, говорит, экзамены сдам и начинаю писать книгу. Да? Потом еще подождем, еще начнем. А то вот так ждут, ждут, а так некоторые, говорят, они не выступают нигде, потому что, говорит, а вдруг мне кандидатскую не дадут? И они, значит, так склоняются. А потом они опять не выступают нигде, позицию не занимают, потому что, а вдруг мне докторскую не дадут? А когда они уже получат докторскую и профессора стали, у них уже здесь такой горб, они уже разогнуться-то не могут. И больше они никогда нигде не выступают. Я хочу сказать, что вот, поскольку я лично сам никогда этого не придерживался, и вам этого не советую. Вы можете открыть сайт Фонда Рабочей Академии, найти там видеотеку, в видеотеке найти архив. Видеоархив Фонда Рабочей Академии, мое выступление в Кремлевском дворце съездов по поводу перестройки Горбачевской. Горбачев говорил, что перестройка – это революция. И я в 90-м году в Кремлевском дворце съездов с трибуны съезда Компартии, учредительного съезда Компартии Российской Федерации сказал, что перестройка – это контрреволюция. Там я был моложе и симпатичнее, вам больше понравится, чем вот я сейчас. Импозантнее. Импозантнее. Поэтому я хочу сказать, что ну не надо этого ждать, так сказать, что-то, когда вы постареете, когда у вас будут болезни, то Бог заболит, то, так сказать, зубами, зубы лечить. Зачем этого ждать? В возрасте до 35 лет, до 33,
Можно напрягаться как угодно, ночами не спать, все делать, ничего с вами не будет. Потом уже хуже. А после 40, докладываю, если вам после 40 вы проснулись и у вас ничего не болит, значит вы умерли. Так, значит, дорогие товарищи, значит, у нас сейчас перерыв.